Ведется видеофиксация, потому что, чтобы ни одна рыбка не ушла налево. Вот. То есть все надо впечатлеть на камеру, сами понимаете. Сейчас 10:50. А? Сколько? Сейчас 10:50 и 12:50. 17:250, 12:50. Да. Грязный. Не успели вообще. Выходим. Так, вот женщины ушли за... Короче, им они просили. Ну, мы им оставим, да? Что, Петрович? Давай. Давайте, Тома. Валера. Иди, Валера. Давай, Валера сразу. Ого, какой он красивый. И не хочет идти в пакет. А? Нет, ты нормально положи, потому что у тебя они... Да одну такую. Покрасивее. Сколько они по весу? Прямо полтора точно. Ну, ты со скидками делаешь сразу. Красавчик. Скидки есть. Требуйте скидки. Кто оптом берет? Требуйте долива. Благодарю. До завтра. Три штучки. Конечно, все хотят икринных. Икра столько стоит. 4000 килограмм стоит икра. Вяленая на рынке. Ну. Вот. Метра такого не купите. Метра? Вот 4? Ну, хватит. А? Хватит 3. Еще одну давай. Вот это будет, конечно... Вон, самца одного кинь, красивенько. Самца не надо. Не надо? Надо. Без окрышки? Все просики. На украинке. Что? Проверяйте. Разрезать можно. Нет. Как арбуз. Нет. Если надо, там это и обрезать. 2000. 2000? Да. Пожалуйста. Смотри, улетят. Леха. А нам две душки. Две? Какие? Ну, с икрой, конечно, если можно. С икрой, конечно, ой. А если заморозить, нормально? Да, даже лучше, потому что сейчас мясо будет у него такое очень нежное, будет рассыпчатое мясо. А когда подморозите немножко, он тверденький будет. Вот. Они все были когда-то, все живы. Икра. Икра. Ее помыть немножко, вот так, пресной водой и в морозилочку. Берите еще больше. Да.
Да, нам дорогу мы так боимся. Чего боитесь? Заморозите и все, а куда ехать? Полтора суток. В картон главное запакуйте. Смотрите, берете на мокрую в пакеты, мокрые пакеты, вот так вот натягиваете и резинкой такой от денег, вот так вот пакеты, чтобы не растерзался пакет. Вот, именно на мокрую, чтобы глазурь получилась, вот, да, чтобы не дышала. И в картон киньте, вот, в коробочку какую-то картонную, чтобы воздух не поступал. 900 надо. Ну, принесете же. Ну, давай мы сейчас занесем. Леха доверяет? Ну, сейчас принесем, не бойтесь. Я не залог понимаю. Телефон бери. Малого, малого нет. Все что угодно, только не такого малого. Сейчас мы принесем, не бойтесь. Сейчас мы быстренько сходим и вот здесь заживем. Хорошо. И принесем 200 рублей. Сережа, там букет у нас. Сейчас. Неси один букет. А, подожди, у меня тоже пятишки. Нет. Надо еще, надо шеты продавать. Да, сейчас возьму баллон. Да, где там хорошая икрина? Хорошая икрина, икрина есть. Вот. Да, вот. Все мы продаем, да?